Друзья, привет! Я сейчас нахожусь на севере Армении, в регионе Лори, город Ванадзор. Это санаторий Ванадзор Армения. Но я вам хочу сказать, что вот то, что вы видите, это как бы один из корпусов. Это главный корпус, но это лишь один из корпусов. Этот санаторий, ну, на мой взгляд, один вот из трех самых таких вот знаменитых. Еще один есть в Джермуке, кажется, он тоже называется Армения. Поправьте меня, если ошибаюсь. И вот что-то подобное есть в Дилижане. Это огромный масштабный комплекс, где и проживание, и лечение от множества разных болезней. И, честно говоря, я здесь уже не в первый раз, а в третий, если ничего не путаю, в третий раз. И сейчас я реально приехал полечить ларингит. Я уже совершенно замучился вот этим. Я, кстати, не прикалываюсь на самом деле. Я вот когда был в Японии на встречах по поводу преступлений Азербайджана, лекции в японских университетах, подцепил там ларингит, и вот месяц, вот этот вялотекущий ларингит, то лучше, то хуже, то голос пропадает, в общем, замучился. А здесь вот как раз специализируются, в том числе, вот на вот таких вот на дыхательных проблемах. В общем, ребят, я пошел заселяться, вон, кстати, написано, санаторий Армения. Я пошел заселяться, покажу вам комнату и расскажу про санаторий, и вот это вот здесь огромная зеленая территория. Ну, зеленая она, конечно, летом. Сейчас листья опали, но все равно огромная, очень интересная территория. И все это я вам покажу. Захожу внутрь. Это ресепшн. Так. Видите, Ванадзор Армения. Там кафе. Что тут есть? Парафин, лечение, торф, мрачная кишечка, солевая комната. И вот здесь вот еще по прежним визитам, вон там вот минеральная вода. Не просто вода из крана, а конкретно минеральная вода. Вот. Это минеральная вода. Вот тут даже подписано минеральная вода Лори. Вот здесь вот лечебный корпус, вот видите. Водолечебница, минеральные ванны, бассейн, углекислая ванна, ингаляция, гирудотерапия. Честно говоря, я даже не знаю, что такое гирудотерапия. Ну, идемте. Собственно, мои процедуры уже начинаются. Опс. Что там было? Это, видимо, комната отдыха, детская. Там можно шахматы поиграть, книги почитать. Доброе утро, ребят. Время завтрака. Пойдем посмотрим, что тут дают на завтрак. Кстати, у меня 218 номер. Кто здесь будет жить, вот, тому будет удача. Насколько помню, из предыдущих поездок сюда, здесь завтраками все в порядке. Вот здесь вот завтрак. Комната для завтрака. Вот, что мне тут нравится, нет ничего лишнего. И все такое, знаете, полезное для здоровья. Ничего лишнего. Разные джемы, кто любит, чай. Ну и горячее. Я лично беру всегда гречневую кашу, яйца. Вот кто хочет блинчики и каша. Я уже набрал здесь еду. Видите, каша, картошка, блинчик. Я пока не знаю с чем. Яйца и салатик. Кстати, обратите внимание, какой тут чай. Такой вот. Это не какой-нибудь там липтон, а это местный армянский чай, который делают в селе Гугарк. Рекомендую, кстати, очень даже неплохо. Сейчас было забавное, ко мне подошла девушка, одна из отдыхающих, и спросила, это что, вот австралийская футболка? Вот. И я сказал, что да. Но у этой футболки на самом деле очень забавная история. Сейчас в феврале этого года, 24-го, я был в Австралии, там на встречах в парламенте австралийском по поводу азербайджанских преступлений. И когда я оттуда выезжал из отеля, значит, я с вечера постирал три футболки, вот. И я их забыл в отеле, когда повесил сушиться, уже сделал чек-ин, уже выдвинулся в сторону аэропорта, но только тогда вспомнил и понял, что у меня всего одна футболка осталась. Мне надо было лететь в город Мельбурн, на юге Австралии, получается, и там еще несколько мероприятий. Я просто проходил мимо сувенирного магазина, где все связано с Австралией. Ну, всякие кенгурушки для детей продаются, какая-то такая фигня. Вот. Я себе купил футболку. Но это она больше не туристическая, а просто мне больше нечего было надеть. Вышел из санатория, а здесь настоящая зима со снегом, смотрите. И одно из преимуществ здесь, что имеется парк. То есть не просто здание санатория, а можно выйти погулять в парк с деревьями. Ну, реальный лес настоящий.
Причем зимой тут своя красота. Конечно, летом тут все цветет, все зеленое, птички поют там и так далее. Но сейчас, согласитесь, тоже есть свое очарование. Вот это здание местной епархии, оно не является частью санатория, но сюда тоже можно прогуляться. Там прикольно. Продолжаю гулять по парку. До процедур лечебных у меня остается еще 10 минут. Ну вот как раз успею догулять вот до этого вот высотного здания. Кстати, вот это вот громадное здание, это тоже часть санатория, это тоже один из санаторных корпусов. И оно считается самым высоким вообще не только в Ванадзоре, но вообще на севере Армении, за пределами Еревана. Понятно, что в Ереване есть и более высокие здания, но за пределами Еревана это самое высокое здание в Армении. Это моя комната в санатории. Ну, я согласен, надо было, наверное, показать комнату, пока я еще тут не разложил свои вещи. Ну, по крайней мере, я здесь живу, да? Вот оно так выглядит. В общем, большая удобная комната. Есть все, что необходимо. Водичка, кофе, сейф, холодильник даже есть. Вот, есть чайник. Я его просто сюда поставил, потому что я пил чай. Компьютер. Ну, компьютер это мой, мандаринки. А, наверное, нужно еще показать санузел. Вот такой вот абсолютно удобный цивильный санузел со всем необходимым. Друзья, я нахожусь в соляной пещере, где буду лечить свой ларингит. Точнее, уже финальной стадии ларингита. Но вы знаете, он растягивается, может и неделю, две недели, даже месяц тянуться. Вот, соляная пещера. В общем, все эти вещи она очень хорошо лечит. Вот, я сейчас сяду поближе вот туда вот к прибору. Я сижу возле этого прибора. Из него выходит, такой солоноватый такой вот запах, вот, который входит через легкие, проходит через трахею и, в общем, лечит любые проблемы, связанные с дыханием. Вот здесь мне сказали теннисный стол. Да, так и есть. Здесь бильярд. Желающие могут поиграть. Так, заглянем сюда. Здесь в санатории очень много разных таких комнат для процедур. Различных водных, минеральных процедур. Так, вот такое вот есть. Вот такое. Ну и там много подобных. Еще смотрим здесь что. Забавно. А, здесь, наверное, под напором, и там вот стоит человек, и под напором ему проводят гидромассаж. Ну, я так думаю. Ну, конечно, самая необычная процедура, и вся, что здесь проводится, это грязевые ванны. То есть человека всего окунают в грязь, и он какое-то время лежит завернутый в лечебной грязи. И это, наверное, одна из самых необычных процедур из всех, что я когда-либо проходил. Ну, сейчас мне нет смысла этим заниматься, потому что я занимаюсь ларингитом, дыхательными путями. Но взгляните, как год назад я здесь был с моим японским другом Дэйчи Йошидой, и он проходил эту процедуру. Взгляните. Вот он ложится. Это лечебная грязь, которая помогает от огромного количества болезней. Так. Дэйчи, how do you feel? It's very weird. Strange, right? Yeah, yeah. Very weird experience. То же самое со мной делали в прошлом году. Я уже повторять, наверное, не обязательно. Вот. Но я расскажу, как это происходит с моим японским другом. Мужики, здоровенько. Здоровенько, здоровенько. So, Daichi, how do you feel after 15 minutes in dirt? So nice. Еще тут есть бассейн. Шикарный вот такой вот бассейн. И вот это вот не просто водичка из крана. Нет, это не из крана, это минеральная вода, натуральная минеральная вода лечебная, в которой вы, собственно, и плаваете. Друзья, вот и закончились замечательные выходные, которые провел здесь, в Ванадзоре, в санатории Армения Ванадзор. Я что хочу сказать. Смотрите, ни в коем случае не нужно путать больницу
санаторием. Это не одно и то же. Санаторий — это не то место, где вы приезжаете с какой-нибудь болезнью, вот конкретной болезнью. Ну, например, вот если у меня ларингит, ларингит — это, знаете, воспаление вот этого вот, ну, трахеи, вот этот весь кашель, знаете. Понятно, чтобы он скорее прошел, нужно, например, принимать таблеточки бромгексин, которые приводят к ускоренному отхаркиванию мокроты, и в итоге все это проходит. Если не принимать никакие таблетки, заниматься, например, только тем, что сидеть вот в соляной пещере, ну, наверное, это не поможет. Вообще, санаторное лечение, вот если вспомнить, что такое санаторное лечение, это хорошая экология, здоровое питание, расслабленная, спокойная атмосфера. Просто, знаете, вот отдых. Отдых для души и тела. Плюс некие такие стабилизирующие процедуры. Ну, понятно, что если у человека нет ноги, и он приехал в санаторий, у него новая нога не вырастет. Это понятно. Понятно, что если не лечиться от какой-то вот основной болезни, которая у вас есть, и просто прийти сюда и вдохнуть воздух, и так... И сразу все пройдет, но, наверное, тоже нет. То есть все это должно быть как-то в комплексе. Не знаю, мне здесь очень нравится. Вот каждый раз я сюда приезжаю, каждый раз кайфую. Вот даже просто на выходные. И, наконец, вот то вот самое высокое в Армении здание после Еревана. Вот, создание начинал выходные и зданием заканчиваю. И сейчас я еду назад в Ереван. И еду, кстати, на автомобиле, в котором... не поменяли резину, там летняя резина. Ну, я надеюсь, нормально пройду все эти апаранские перевалы. Но машину мне надо просто доставить в Ереван. Ну, все, прощаюсь, ребят, пока. А санаторий — это круто.